Анастасия Жгихина, я родилась в древнем городе Угличе много лет назад. Сейчас живу в Москве и являюсь проректором по учебно-методической работе в университете «Синергия». Люблю свою работу и с радостью дам интервью для ярославского сайта Федерации ГО. Когда я жила в Угличе, я ни разу не слышала ничего о ГО, к моему глубокому сожалению, и познакомилась с этой игрой, с этой культурой здесь, в Москве. Имею честь быть знакомой с Игорем Гришиным, с основателем, с мастером. И, на мой взгляд, очень важно эту идею, эту культуру развивать именно в таких городах, как Углич, потому что этот город является древнейшим, основанный в 937 году, он на Волге. И вот эти древние идеи, да, и древность города позволят найти синергию. И очень хотелось бы, чтобы эта идея развивалась именно там.